Итак, сегодня мы ловим щуку на кружки. Использую я вот такие вот кружочки, купленные в магазине. Немножко большего размера есть меньшего, есть большего. Я беру большего на поклевку и на разные там вещи оно не влияет. Зато лучше видно. Вот палочку я сделал из обычной китайской палочки для еды. Вот. Кружочек этот был. Вот здесь у меня леска толстая, грузик, вот, и поводочек и тройничок. Вот. В качестве живца у меня карасик. Карасика мы одеваем под плавничок. Вот здесь у меня эхолотик простенький. Вот. Он мне показывает глубину. Вот этого мне достаточно. Здесь 2,8 метра пишет. Ну, ставлю я здесь на где-то на 1,5 метра. Вот таким вот образом я ставлю свой кружочек. И он себе дрейфует. Когда произойдет поклевка, он перевернется и будет сигнал поплавка. Яркий виден, хорошо видно. Вот у нас была уже одна поклевка, поймал маленькую щучку, такую небольшую щучку я поймал, буквально сразу же. Вот. Ну сейчас вот у меня остался еще один кружок, сейчас поставим и будем наблюдать. Вот рыбачьи с нами.